В общем, тема сегодняшнего стрима, самое главное, это поддельные НТГшные карты, чем они отличаются от настоящих. Тут ко мне приехала пачка всяких карточек с Китая. Ну давайте посмотрим, во-первых, что я заказал. Mirror SVX. Заказал ее прежде всего, потому что у меня есть такая же карта, настоящая. Ну, про которую я уверен, что настоящая, потому что там я ее, по-моему, с бустера открыл. Карта 2002 года. Ну, вот это не карта 2002 года, она там напечатана на каком-то заводе в Китае. Ну, оригинальная карта 2002 года. Эребос. Эту поддельную карту я взял, чтобы иметь какие-то примеры поддельных карт современных. То есть это оригинальная эта карточка 2013 года. Некропотенс 95 года. Следующая пачка, что мне приехало поддельно, это так называемый Fetchlands. Так, тут одной не хватает, их должно быть 5. Где пятая Fetchlands? А, вот она, ладит. Wooded Foothills. Соответственно, все 5 дружественных, так называемых дружественных Fetchlands из сета Onslaught 2002 года. Далее фетчленды уже, которые так называемые Enemy Fetchlands 2009 года. Тоже целая пачка. Брашленд. Вот в Брашленде я немного разочарован. Я думал, будет более современный Брашленд, но они прислали такой вот оригинальный довольно. Death Shadow. Omnisense — это все карты, которые я хотел, чтобы у меня были примеры поддельных карт, которые, ну, которые довольно современные. Phyrexian Arena. Я ожидал не 9-го издания Phyrexian Arena, то есть это подделка Phyrexian Arena, которая вышла в 9-м корсете. Ну, тоже лучше, чем ничего. Phyrexianская арена 8-го корсета у меня есть. Оригинальная. Ну, я не уверен на самом деле, что оригинальная. Я ее не из бустера вскрывал, уже в современном мире ее покупал. Дальше несколько. Дальше идут. Закончились у нас тут современные карты. Меркидианские маски. Food Chain. Зеленая карточка. Worship. По-моему, это Урза Сага или Урза Дестини. Точно не помню. Далее интересный пример. Трион. Причем зацените, товарищи, эти китайцы даже научились подделывать маленькую голограммку, которая есть на современных редких и мифических МТГшных картах. То есть вот подделка старой МТГшной карты, вот здесь вот этой голограммки нету. Вот у китайцев здесь все четенько. Трион, Реплениш, Джейс. Вот по итогу у меня что, тут красных нету карт, да? По итогу у меня получилось, что красных поддельных карт нет. У меня есть не базовые земли. Не базовые земли в старом оформлении, не базовые земли в новом оформлении. Белых карт полно. Карты белые старых сетов. Черные карты старых новых сетов. Цветные карты старых сетов. Зеленые различные варианты. Пара синих карт. Ну давайте, небольшая прелюдия. По поводу, прежде всего, как отличить поддельную карту от неподдельной. Прежде всего, цена. То есть вот эта вот пачка довольно дорого мне обошлась. Примерно 3500 рублей за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 карт поддельных стоит примерно 3500 рублей. Почему так дорого? Почему эти поддельные карты стоят так дорого? Ну, во-первых, их производят не в промышленных масштабах. Поэтому при печати, вообще в печатном деле, чем больше вы производите, тем дешевле каждый отдельный продукт. Вот. Поэтому вообще, если по отдельности у этих китайцев одну карточку покупать, она стоит там в зависимости от того, у какого китайца вы будете ее покупать, 210-240 рублей. Поэтому как понять, что ваша МТГшная карта не поддельная?
Если ее рыночная цена ниже 200 рублей, она полюбас не поддельная, потому что смысла экономического ее подделывать нету. Но давайте посмотрим, какой экономический смысл подделывать карту Replenish. Карта Replenish из Урза блока возвращает все энчантменты с кладбища в игру. Давайте посмотрим на МТГ трейде у нас за сколько можно купить Replenish. Я не так давно смотрел, по-моему. По-моему, можно было найти. Ну, давайте поищем. Ну, не так. О, репленишь. Ничего. 8,5 тысячи рублей. Вот здесь уже есть экономический смысл подделывать эту карту с целью, например, перепродажи, с целью там какого-нибудь обмана, возможно, либо вы хотите на турнире каком-то поиграть и надеетесь, что вас никто не спалит, что вы не оригинальной МТГшной картой играете. В общем, много всякой мотивации можно придумать. Вообще, народ, наиболее такая легитимная мотивация, вот эти карточки, народ прям честно, когда идет им играть, сразу говорит, это прокси-карты. То есть, правильные люди обычно не скрывают, что эти карты подделка, и просто договариваются с человеком, с которым играют, что часть карты это прокси. Потому что эти карты действительно довольно дорогие, особенно старые. Ну, довольно тяжело найти нужное количество оригинальных карт. Бывает. И купить их тяжело, поэтому люди-коллекционеры постепенно свои колоды древности доделывают, заменяют прокси. Ну, это такой более-менее легитимный способ. Давайте мои впечатления, товарищи, от вот этих карточек. Первое впечатление. Очень большая разница в качестве. В качестве воспроизведения картинки. Несмотря на то, что все карты были куплены у одного китайского продавца, видимо, сделаны на одном и том же заводе, качество их разное. Вот, например, качество дружественных фетчлендов из сета Onslaught. Обалдеть какое. Вот прям... Вы не определите, что это поддельная карта. На глаз, на ощупь. Прям нужно очень хорошо разбираться в МТГшных картах. Скажем так, вот просто по фотографии вы вообще не отличите ее от настоящей карты. На ощупь вы сможете отличить, ну, либо вы действительно профессионал в этом деле, эксперт, который умеет отличать поддельные карты от неподдельных, либо у вас рядом есть настоящая карточка, вы ее вот так вот ставите, тогда да, вы можете заметить разницу. Но тут нужно понимать, что даже Wizards of the Coast не идеально печатают карты. Там карты из одного даже того же сета иногда могут отличаться по цвету. Посмотрите, например, карты из Zendikar Rising. Там просто капец. Вы две карты из одного бустера вскрытые ставите вот так. Ну, например, там две черные карты или две белые одинаковые карты из двух бустеров. Они капец будут отличаться. Вот. То есть, если вот такие дружественные фетчленды в этой пачке поддельных карт пришли, капец, они очень качественные, то зацените, товарищи. Elvish Champion. Вот Elvish Champion. Давайте, мне нужен какой-то предмет, какой-то инструмент. Вот обратите внимание вот сюда. Попробую поближе к камере подвести. Я, правда, не уверен, что там у нас с фокусом сейчас получится. Давайте сменим фокус. О, вот обратите внимание вот сюда. Видите тень? Здесь тень не доходит до конца, не допечатана. То есть вот Elvish Champion явно напечатан с косяком, довольно таким сильным косяком. И вот, по-моему, с таким косяком у них вообще все зеленые карточки были. Да, то есть вот Food Chain, здесь ровно та же самая проблема. Ну и вот из тех времен, из 2000-х годов, из так называемой
серебряной эры МТГ, у меня вот тут всего две карточки, и они обладают одним и тем же косяком. Кстати, зацените, у них немного цветовая гамма бордюра отличается у Food Chain и Elvish Champion. То есть первое впечатление от этих поддельных карт. Очень разное качество. То есть дружественные фетчленды очень сложно отличить от настоящих. Какие-то рандомные, редкие зеленые карты, которые не обладают какой-то очень большой ценностью. Прям на глаз видно, что есть косяки в печати и какие-то странности. Давайте, кстати, глянем, сколько Elvish Champion стоит. Вот у меня есть ощущение, что вот это вот не очень дорогие карты. Mirror's Wake, про который я уже говорил, он стоит всего 1000 рублей. То есть экономический смысл в подделывании Mirror's Wake не такой большой, как, например, Replenish. Сколько стоит наш Elvish Champion? Эльфийский чемпион. 1600. Хм, кстати, интересно, в оригинале там тоже тень подрезана, да? Вот здесь вот я вижу на картинке, что она подрезана. Ну ладно, мы еще посмотрим. У меня есть же правильные оригинальные зеленые карты. Ну, ладно, может быть, вот здесь я и не совсем уверен, но тут есть некоторые карты, которые вот смотришь, прям, ну, капец. Не очень. А вот фетчленды, мне кажется, они просто очень хорошо отлатили на них. То есть какая мотивация здесь? Почему так может быть? Потому что есть карты МТГ, которые прям очень сильно востребованы. Который прям народ покупает, скупает, и который вообще МТГшную запечатанную продукцию продает. То есть, когда выходит какая-то там новый условный Modern Horizons, в котором людям обещают вот так называемые вот эти не базовые земли, которые за одну жизнь подменяют себя какой-то базовой землей из колоды, народ идет и это скупает. То есть, это прям известный факт маркетинговый, что люди покупают фетчленды. То есть я думаю, что здесь вот просто по востребованности. Какой-то левый Elvish Champion за 1000 рублей, ну там у него картинка, верстка, макета его, с которого его печатали, не доведена до идеала. А вот так называемые фетчленды, там все зашибись. То есть первое впечатление, все-таки разница в полиграфии имеется. Второе впечатление... Слишком аккуратно все вырезано. То есть я беру вот эти карты поддельные. Если их вот так вот аккуратно все составить. Ну, они слишком идеально новые. То есть даже МТГшные карты из одного бустера вот настолько ровненько не... Ну, я никогда не видел, чтобы они вот настолько ровно и идеально были прям выровнены. Окей. Следующее впечатление в целом. Удивился, что китайцы вот эти вот голограммки научились подделывать. И, наверное, последнее впечатление, что когда я заказывал вот эти поддельные МТГшные карты, их не любую карту можно заказать. То есть у продавца есть список, фиксированный список карт, которые ты можешь заказать, и есть заранее собранные наборы. За оптом дешевле, при покупке заранее собранного набора тоже дешевле. По-моему, есть опция печати какой-то конкретной карты не из списка, но там сильно дорого. Потому что, опять же, законы мира полиграфии. Вот. Поэтому, как проверить, что ваша карта не поддельная? Ну, сначала сходить посмотреть в эти списки, проверить, что ее там нету, например. Если ее цена меньше 200 рублей, точно не поддельная. Какие карты обычно там лежат в этом списке? Прежде всего, это карты из так называемого Reserve List. Что за Reserve List? В древние времена, до 2000... до 99-го, по-моему, года, в каждом сете МТГ Wizards of the Coast объявляли несколько карт, которые они гарантированно никогда не переиздадут. Вот, например, вот этот самый Replenish, почему он так дорого стоит? Это резерв в лист карта.
Вот, Wizards of the Coast пообещали и пока что не нарушали это обещание, никогда ни в каких Modern Horizons и там Commander Legends не переиздавать вот эту карту. То есть первые карты, которые там есть, это вот такие Reserve List и прям, ну прям карты иконы вроде Black Lotus. Black Lotus там точно есть в этих отдельных картах. Далее идут просто вот какие-то так называемые Iconic, какие-то очень-очень популярные карты там, известные. Ну вот, например, небазовые земли, там все разнообразие самых крутых небазовых земель среди этих поддельных карт там можно выбрать. То есть, например, вот эти вот так называемые фетчленды, они выходили во времена, когда уже Wizards of the Coast перестали обновлять резерв лист. И эти карты переиздаются, но они все равно имеют определенную цену, потому что это очень сильные МТГшные карты, важная часть коллекционирования. И народ их покупает. То есть, прежде всего, среди поддельных карт, которые можно вот у китайцев заказать, это не базовые земли, резерв лист. И просто очень дорогие карты, но иногда попадаются странные карты, мотивацию которым я не могу понять. Например, Mirari's Wake. Это вроде как не какая-то самая икона МТГ. В бумаге оригинальная карта стоит 1000-1500 рублей. Больше про нее ничего нельзя сказать. Карта как карта. Ее 200 раз не переиздавали, какой-то дикой популярности относительно ее нет. Но вот в этом списке от китайцев, который можно заказать, она есть. Причем интересно, вот тоже, я нашел несколько продавцов этих поддельных карт. У них у всех список одинаковый, как будто с одной и той же фабрики продают. Причем это реально разные продавцы. Это не один продавец из-под одного аккаунта, сидящий на AliExpress, там каком-нибудь. Это действительно разные продавцы, отвечающие с разных электронных адресов. У них базы данных по-разному оформлены этих карт, но содержание базы данных одно и то же. Цены разные. Как это работает, я не знаю. Окей, это была вводная часть. Как мы будем сегодня сравнивать настоящие и вот эти поддельные карты? Вообще, какая цель? Цель у меня была следующая. Никогда в жизни не держал поддельных карт в руке, причем такого хорошего качества. А мне прям любопытно научиться отличать настоящие карты от поддельных. И как это сделать, если я никогда не держал в руках поддельных карт? Вот, то есть сегодня мы будем брать вот некоторые из этих поддельных карт, брать оригинальные карты и просто сравнивать их различными инструментами. Какие инструменты у нас есть? Весы с точностью до 0,1 грамма. Толщиномер с точностью до 0,1 миллиметра. То есть сотые миллиметра он уже там может плюс-минус плавать, а вот разницу в десятые доли миллиметра он показывает. Мощная лампа. Прям на вас не буду ее включать. Прям сильно бьет по глазам. Лампа такая светодиодная, по ширине ровно с карточку, позволяет просвечивать карты, потому что старые МТГшные карты были полупрозрачные. И через них, вот так вот, если очень мощной лампой светить, можно видеть, что на другой стороне нарисовано. То есть наши три основных инструмента и еще микроскоп. Посмотрим шаблон печати под микроскопом. Но прежде нам немножечко, как обычно, нужно поддельные карты отсортировать. Потому что карты из разных эпох МТГшных нужно сравнивать с такими же картами. То есть, например, современные карты, они легче старых карт. По-моему, на 0,1 грамма мы уже как-то взвешивали. Поэтому давайте в разные кучи прям вот совсем-совсем древние карты, современные карты. Вот это вообще бонусом мне прислали, не знаю зачем, просто лежала, я ее не заказывал, с японскими иероглифами. То есть вообще говоря, вот современные карты сегодня особо мы не будем проверять, смотреть, потому что у меня, скажем так, референсов нету. То есть у меня современных МТГшных карт не сильно много. И мне просто не с чем сравнивать. Поэтому этим делом мы как-нибудь в другой раз займемся. Отложим пока эти поддельные карты. Ну вот, поколупаем сегодня вот такие вот древние карты. Предлагаю начать с Mirari's Wake, потому что Mirari's Wake у меня есть оригинальный. Сейчас я его найду.
Где у меня тут оригинальный Mirrorless Wake? Wrath of God. SkyCloud Expanse. А, во. Оригинальные Mirrorless Wake. Давайте один из них и извлечем. Главное не перепутать с паленым Mirrorless Wake. То когда-нибудь потом еще захочу продать, вот конфуз будет. Так. Окей, оригинальный, паленый. Ну вот, товарищи, вы просто на глаз вообще не отличите. Вот реально очень сложно. Ну вот первое, что может броситься в глаза. Ну вот здесь это к вопросу о качестве печати. Вот давайте сейчас фокусировку наладим. Вот как вы можете видеть, значок сета на поддельной карте более светлый. В целом больше разницы вот так вот на глаз незаметно. Дальше уже дело в деталях. Давайте просматриваем эти детали. Сейчас вернем фокусировку. Так, где наш фокус? О, вот он. Итак, смотрите, товарищи, сейчас я покажу один интересный момент. Вот это поддельная карта. Вот я сейчас тут палец размещу правильно. Смотрите, видите отражение пальца на черном бордюре слева? Вот я сейчас двигаю пальцем, и его отражение перемещается вдоль черного бордюра слева. То есть первое, чем вот эти поддельные карты отличаются, прям все поголовно, небольшая глянцевость. Вот такая вот небольшая зеркальная глянцевость. Давайте теперь посмотрим оригинальную карточку. Вот мой палец. Ну тут вот эта глянцевость чуть поменьше. Она тоже есть. Но вот эти вот карты поддельные, они несколько, ну, чуть-чуть более глянцевые. Так. Давайте попробуем блик. О, смотрите, какой блик. Видите блик? А теперь вот здесь вот блик. То есть вот здесь блик такой прям очень узкий. Узенький такой блик. Но опять же, на грани фола. То есть вот эти блики я сравниваю только исходя из соображения, что я знаю, что вот эта карта поддельная. Ну, интересно, я могу различной кривизной карты добиться похожего блика. Но вот здесь вот он прям более яркий. Но на грани фола более яркий. Окей, раз уж мы пошли делать тест со светом, давайте попробуем посмотреть. Так, ну вот эта карта не сильно прозрачна. Так, оригинальная. О, вот смотрите, товарищи. Нет, тест на свет она не проходит. То есть вот смотрите. Вот это оригинальная Mirrorless Wake. Вы видите, мы видим с помощью просветки надпись Magic на другой стороне карты. То есть вот у нас тут синяя надпись Magic. И карта полупрозрачная. То есть мы видим, вон, символы маны видно. Теперь поддельная карта. Она вообще не прозрачная. То есть, окей, тест на свет, эти карты проваливают. Давайте заведем, я не знаю, например, какой-нибудь списочек. Чтобы помечать, что у нас эти карты проходят или не проходят наши тесты. Сейчас мне надо найти где-нибудь бумаженцию. Сейчас у меня тут есть под рукой чистая бумаженция. Сейчас, момент, товарищи. Ага.
Вообще интересно, вот я еще не проводил эти тесты с этими палеными картами. Вот, кстати, интересно, на страничке продавец обещает, что тест на свет эти поддельные карты проходят. Соврал, негодяй. Так, ну поехали. Ноль, блик. Ну, плюс-минус. Плюс-минус, то есть блик на, ну, на грани фола и непонятно. То есть вот эта вот моя оригинальная карта, она чуть-чуть поюзанная, чуть-чуть поигранная. А на таких картах всегда блик более размытый, не такой вот резкий и характерный. И в целом радиусом кривизны карты можно было добиться примерно похожего блика, поэтому непонятно. Блик плюс-минус. Свет. Минус. Вообще не проходят эти карточки тест на просветку. Окей, давайте сравним массу. Так, вот это наш поддельный Mirror's Wake пошел. 0,84 грамма. Я предлагаю, давайте мы сейчас пробежимся по всем поддельным картам, проверим. Скорее всего, они все одинаково весят. 0,87. Ну, вот сотые доли здесь пофиг. На сотые доли здесь должно быть пофиг. 0,89. О, вообще интересно. Я думал, эти китайские карты все будут идеально одинаково весить, а нет. Ну, то есть вот этот реплениш, он явно сильно отличается по массе. То есть 1,72 реплениш. Один девяносто воршип. Вот эти весы, вот точность десятой доли грамма, они хорошо показывают. То есть воршип вообще отличается. Phyrexian Arena 1,86. То есть, скорее всего, это качество бумаги или качество проклейки, что оно не очень однородное. 1,85. Окей, Elvish Champion. 1,85. 1,87 Foodchain. Flooded Foothills. 1,87. Ну вот репленеш единственный выделялся. 1,87. 86. 87. 86. Окей, по массе мы примерно прикинули. Ну ладно, так. Оригинальный Mirror's Wake. 1,78. Оригинальный Mirror's Wake 1,78. Давайте еще некоторые карты из тех времен мы повзвешиваем. Сейчас, товарищи, я их достану некоторые. Еще один момент. Вот, например, из Legions карточка 1,8. 1,8. То есть тест по массе, вот эти карты очень-очень близко, но... Ну, то есть они все дружно были на верхней границе 1,8 грамма. То есть 1,9, 1 там и... 1,88. Вот оригинальные неподдельные карты. Ну-ка, вот Muscle Burst. 1,8. Они все-таки идут по нижней границе. Поэтому давайте, товарищи, им вот в массу тоже плюс-минус запишем. Следующий наш тест – это тест на толщину. Эй, толщиномер, ты чего? О, ожил. Все, поехали, проверим толщину по толщине, как они. 1,31. Ну давайте также по всем вот этим поддельным картам пробежимся. 1,31. Ага. 31 сотая миллиметра все. Ровненько, прям вот идеально ровно.
Америка, ни одна не выходит за границы допустимых значений. Worship и Replenish. Все 1.31. А оригинальные 1.30. Ну, вот сотой доли тут вот точно не надо смотреть. 1.30. Окей, тест по толщине не проходит. По толщине прям идеально то же самое. Давайте запишем. Толщина плюс. Проходит тесты. Так, интересно, на просвет они все вообще такие темные? Да, на просвет они капец все темные. Ну вот, еще раз для проверки. То есть вот старая карта. Еще одна старая карта. Или вот это вот. Да, вот МТГ-шные старые карты, они полупрозрачные. На очень ярком свете. Так, ладно, с толщиномером совсем мы разобрались. Теперь главный наш тест — микроскоп. А, кстати, пока не перешли к микроскопу, давайте все-таки проверим. Да не, кажется, правильно все-таки на этих поддельных картах было напечатано. Я уж заподозрил, что действительно фигня какая-то, но нет. То есть Muscle Burst и Elvish Champion. То есть я все-таки был неправ. Вот эта вот деталь, она действительно по делу не допечатана. Так что в этом плане тут все в порядке. Где наш поддельный Mirror's Wake? Давайте мы с микроскопом возиться начнем с оригинального Mirror's Wake. И посмотрим здесь характерные места. Я вот не уверен, что мы их сохраняли. Да, поэтому нам сейчас нужно здесь запечатлеть самые характерные места. Ну вот у любых МТГ-шных карт это чаще всего символ сета. Ох, тяжело так руками это все позиционировать, потому что чё тронешь. Ну окей, давайте вот так. Окей, символ сета сохранили. Дальше характерное место. Символы маны. Все, запечатлели. Шрифт. И с обратной стороны. Довольно характерные места. Сейчас, пардон, товарищи меня отвлекают. Не все погасил. И с обратной стороны карты характерное место это вот это. И какие-нибудь символы маны. Давайте вот так вот. Окей, это была оригинальная Mirror's Wake карта, не поддельная. Поехали смотреть поддельную. Поддельный Mirror's Wake поехал к микроскопу. Начинаем мы
Начинаем мы с символа маны. Итак, вот эта подделка, это оригинал. Вот первое, что бросается в глаза на поддельной МТГшной карте, это вот все-таки она бликует по-другому. То есть вот оригинальная карта, она меньше бликовала. А вот это вот, ну вот смотрите, прям вот сколько бликов. При этом шаблон печати воспроизведен не так уж плохо. Ой, так, авария у нас небольшая. Вот на что стоит прям обратить внимание. Вот смотрите, товарищи, на вот эту вот границу черную. То есть вот оригинальная карта, и посмотрите, насколько четкие здесь все черные границы. Ну, вот этот черный бордюр. А вот не оригинальный. Вот тут прям видно, такая пикселизация идет. И вот эта вот полоска. Вот эта вот полоска. Вот смотрите, вот эта же полоска здесь. То есть тонкая черная полоса на оригинальной карте, и какая она вот здесь. Во, вот она наша поддельная карта. То есть вот здесь вот эти тонкие элементы очень качественно пропечатаны. Вот здесь они довольно плохо сделаны. Так, окей, поехали нашу поддельную карту смотреть символы маны, как здесь все бликует. Просто жуть. При этом вот символ маны в плане цвета, вот в плане границы черного хорошо сделан. То есть вот оригинал, вот подделка. То есть вот символ маны они научились хорошо печатать. Но вот здесь вот это вот. Ну тут тоже сравните, товарищи, именно характер блика. Еще на тройку вот можно посмотреть. На шаблон печати в оригинале и здесь. Не, ну вот этот вот шаблон печати, вот эти вот цвета, им получилось передать прям нормально. То есть вон точечки на зеленом символе маны, вот здесь точечки, они прям очень похожи. То есть на самом деле вот именно такие вот какие-то, казалось бы, мелочи, они хорошо передали, ну вот. А вот глобально прям есть косяки. Ладно, давайте на шрифт посмотрим. Оригинал, здесь оригинал. Ну шрифт они соблюли. В целом со шрифтом все в порядке. Поехали смотреть. О, вот здесь вот тоже капец. То есть, смотрите, насколько четенько все кружочки здесь прорисованы в оригинале. И вот здесь вот какая каша на букве Т вот здесь. То есть вот здесь, вон, четкие синенькие кружочки, плавно переходящие в белые кружки. И какая каша здесь. То есть вот здесь вот, смотрите, вот просто вообще. И вот здесь. Еще здесь на рубашке, вот здесь какая-то кольцевой какой-то шаблон печати. Вот здесь вот этих колец прям не видно. Ну, то есть рубашку по факту они закосячили. То есть вот качество полиграфии на фронте карты даже лучше получается, чем у рубашки. Ну вот рубашка просто вообще фарш. То есть насколько здесь все четенько и насколько отвратительно вот тут вот. Так, ну и символ маны давайте посмотрим. Поддельные символы маны. Оригинальные. Оригинальные, поддельные. Ну, то есть видно, что они пытались воспроизвести. Ну, вот обратите внимание, вот как здесь точечки сделаны, как тут. Тут вот каждую в отдельности видно. И они такие довольно крупные. Вот здесь же они просто это белое пятно воспроизвели. И очень-очень-очень много белых точек поверх. Ой, да и сам символ белой маны. То есть смотрите, вот сам символ, ой, синей маны.
Смотрите, вот здесь вот видно кучу белых точек, вот здесь их нету. То есть вот на этой карте видно, что синий цвет печатался просто сплошняком. А у них, видимо, у этих китайцев оттенка этого синего не было. И им пришлось его добиваться вот уже таким шаблоном. То есть вот здесь этот синий вообще без шаблона напечатан. А вот здесь вот полный фарш. То есть по итогу у нас получается микроскоп минус, но нужно пояснить. На тонких черных линиях получается косяк, рубашка. Вот на рубашке вообще все в фарш. Окей, давайте попробуем посмотреть не базовые земли. Давайте попробуем под микроскопом глянуть не базовые земли наши. О, вот здесь вот лучше уже качество печати. Сейчас я попробую микроскопик побольше увеличения сделать. Давайте поближе все-таки это разглядим. Наладка фокусировки. О, есть контакт. Ну вот, что я и говорил о качестве. То есть, смотрите, товарищи, вот это поддельный фетчленд. А, давайте заснимем его. То есть это вот это поддельный фетчленд. А вот это не поддельный Mirror's Wake, ну, примерно из тех же времен. Но вот разница видна, вот обратите внимание, вот здесь вот, вот печать вот этой буквы Т, вот здесь вот белые точки вот так вот идут, вот здесь вот они, вот здесь сплошняком белые точки. Вот здесь я вижу белые точки на синем фоне, вот здесь я вижу синие точки. А, ну хотя, похоже. Но вот здесь на вот этих крыльях буквы Т у них прям сильно больше белого, чем тут. Вот здесь каша. То есть, смотрите, вот здесь буква М. Насколько четкие черненькие точки. А вот здесь вот у нас... Вот здесь у нас на букве М все еще каша. Но опять же, по поводу качества. Вот это вот сейчас было так называемое Fetchland. А вот это у нас Mirror's Wake. А, нет, там, видимо, просто плохо с фокусировкой было. У Mirror's Wake поддельного тоже довольно хорошо тут все пропечатано в итоге. На букве Т. Там, значит, с фокусировкой было не очень. Ну, вот здесь вот каша, очевидно. Та же самая каша. В сравнении с буквой М вот здесь. Вот здесь вот. Вот тут вот. Ну и кажется, что вот не идеально точно воспроизведен шаблон печати вот этого цвета. Вот здесь бордюр такой тоже такой размытенький получается. Вот здесь черный прям такой насыщенный, с резким переходом. Во, и еще один момент. Посмотрите, товарищи, на тоненькую черную линию, тонкую черную обводку буквы Т. И вот здесь. Здесь прям как будто ручкой кто-то обвел. А здесь размытая каша. Ну, в общем, да, рубашка это самое у нас слабое звено. Ну, давайте наш Fetchland. Посмотрим, что у него тут с бордюрами. Ну, тут с бордюрами вся прям не так уж плохо. Так. Сделаем снимочек. То есть вот это поддельный бордюр. И нам нужна теперь не базовая, не поддельная земля. Из тех времен.
Сейчас, товарищи, вот эта задачка надо. Для этого нужен альбом. У меня там лежат. Прям оригинальных фетчлендов у меня нету. Но у меня есть другие не базовые земли из тех времен. Например, давайте Крозен Верч возьмем. А, нет, давайте не Крозен Верч, Тейнтед Вуд. Вот Тейнтед Вуд прям вот гарантирован у меня не поддельный. Давай, Тейнтед Вуд. О, сразу видно, кто в доме хозяин. Вот опять же, товарищи, смотрите. Какие четкие линии здесь. Вот это подделка. Оригинал. Вот смотрите, насколько четко. О, вот здесь вот они, вот на эту часть смотрите. Вот здесь тоненькая такая черная линия. Здесь ее вообще нету. То есть толщина вот этого бордюра вообще не соблюдена. О, интересно. А мы сможем увидеть эту разницу не под микроскопом? Да, кажется, видно разницу. Сейчас нам нужно опять фокусировку камеры поменять, потому что тонкий такой момент. Давайте вот. Два уголка. И смотрите, вот самый-самый внешний бордюр у Foothills, он меньше, чем у Tainted Wood. У Tainted Wood он такой хороший, широкий, и вот даже вы можете видеть эту тоненькую линию черненькую в уголке, ну, которую мы под микроскопом видели. Да, короче, спалились поддельные карты, но в довольно интересных местах. Мой диагноз, в общем, такой, товарищи, что на глаз это очень сложно увидеть в итоге. То есть на глаз, вот, просто если вы не готовы к тому, чтобы проверить карту на поддельность, то есть вы просто покупаете карту и так, ну, кинули взгляд и все. То очень сложно отличить. То есть получается, в бытовых условиях при покупке тест на просветку для старых карт, для новых карт это неверно. Новые карты непрозрачные. Их нужно на поддельность там еще. Мы отдельно их будем смотреть, сравнивать. То есть получается, как определить поддельную карту. Ну вот эти поддельные карты чем палятся? Блик немного отличается у нас. Ну на грани фола. На просвет они совершенно непрозрачные. Масса примерно одинаковая. Чуть побольше масса у тех. Ну на ощупь просто на взгляд вы это не определите без весов. Толщина полностью одинакова. Но вот некоторые графические элементы выдают. Но опять же, товарищи, вот без эталона очень сложно увидеть. И вот мы теперь знаем, куда стоит смотреть. Например, бордюры. Вообще, вот получается, нужно смотреть на очень-очень тонкие элементы.